В новом учебном году воспитанников спортивного клуба «Акробатика» обязательно ждут победы на соревнованиях. Много показательных выступлений, а еще важные жизненные уроки. Первые из них они получили уже на старте сезона. Тренерский состав «Акробатики» пригласили детей и их родителей стать участниками благотворительной акции. Каждый гость веселого праздника шел не с пустыми руками, а с подарками для подопечных – пункта временного содержания бездомных животных. Хочу сказать огромное спасибо организаторам и участникам этого замечательного мероприятия. Они устроили праздник, не только праздник для нас, для жителей города, а также параллельно провели акцию в помощь братьям наших меньших. Все, что сегодня собрано было на акции, пойдет на содержание бездомных животных нашего городского пункта временного содержания. Сейчас у нас тоже тяжелые времена, питомцев более сотни, поэтому нам важна любая помощь. Всем огромное спасибо. Сухие корма, крупы, консервы. Каждый пакет, собранный заботой и любовью, обязательно доедет до адресатов. А дети при этом с малых лет учатся не оставаться в стороне от тех, кто нуждается в поддержке. Относительно сегодняшнего мероприятия, мне кажется, это большой праздник в душе ребенка, в коллективе. Это объединяет, это прививает положительные эмоции, чувства, создает праздник детям в душе. И самое главное, что бы наши дети сегодня ни делали, они должны чувствовать себя счастливыми. Заниматься спортом – это большой труд, это дисциплина. А когда в результате всех этих тренировок ребята получают такой праздник большой, это еще больше их заряжает. Тут, конечно, замечательные тренеры. Здесь Оксана Александровна, Виктория Вячеславовна – это те люди, которые знают свое дело, они любят свое дело, они работают очень честно и очень качественно. Во-первых, детки очень добрые, очень отзывчивые, приветливые. Тут очень такая здоровая атмосфера в коллективе. Вот чего, наверное, что редко встретишь сейчас. Сегодня мы все больше говорим о буллинге, о мобинге. Здесь совсем другое отношение вот внутри коллектива. Здесь детки очень помогают друг другу, здесь они очень отзывчивые, они ведь празднуют дни рождения, они ведь приносят конфеты, они ведь там высказывают какие-то поздравления, то есть это коллектив, это группа. Душевным поступкам закономерная награда. Для участников акции организаторы подготовили большую развлекательную программу. Игры с аниматором, шоу мыльных пузырей, конкурсы и танцы. Конечно же, выступили и юные акробаты. Чем вам вообще нравится акробатика? Потому что мы занимаемся и получаем медали и призы после медали. А тебе? А мне нравится, потому что мы выступаем и потом получаем кубки. И там занимаются все дети. Там интересно, мы выступаем. Мы занимаемся там спортом, и нам там нравится, потому что когда мы занимаемся на акробатике, мы получаем больше сил на следующий день. Тренерский состав «Акробатики» в будущем планирует продолжить начатое и, направляясь к спортивным вершинам, воспитывать в детях чувство взаимовыручки, милосердия и доброжелательности.